Стратегия 18 – это петербургская гражданская инициатива. Мы ее сделали ответом на усиление репрессии в отношении крымских татар, о которых практически никто не знает. Это тема заговор молчания вокруг нее. Она не является вызывающей бурную реакцию у окружающих, но только по той причине, что там никто не знает, что именно происходит. А происходит там начало такое вот апробирование, что ли, системы репрессии полномасштабных. То есть имеют место и похищения, и убийства, также карательную психиатрию активно используют власть, заводятся дела, уголовные дела в отношении крымских татар, особенно в отношении руководства Меджлиса крымско-татарского. Также нас возмущает признание Меджлиса экстремистской организации, что вообще не соответствует действительности. И в знак солидарности с крымскими татарами мы будем продолжать проведение бессрочной акции каждое 18 число каждого месяца.